И снова всем привет, зрители и подписчики моего канала. Я продолжаю прохождение Чужой Изоляции. И спасибо всем тем, кто еще остается со мной. Ганс. И по-прежнему мы двигаемся к нашему реактору, дабы узнать, что же с ним такое произошло. В чем там поломка. Что-нибудь видишь? Ничего особенного. Андроиды, какие-то системы управления. Вроде все идет своим чередом. Попробую спуститься ниже. Там где-то должен быть лифт. Обалдеть. Вот это реально. Обалдеть, махина. Ладно. Полюбовались, пора и двигаться дальше. То есть это мы еще не около нашей цели. Нам аж сюда надо. Ну как скажете. Давайте здесь посматриваемся. Любопытно будет все рассмотреть. Так. У нас ничего полезного нет. Почему сплошные компьютеры? Датчики. Еще раз. Отлично.
Спасибо. Коктейль Молотова есть. СВУ есть, все остальное есть. Давайте это рабаш. А то против этих рабочих обычный не действует. Револьвер. Так, ладно, хорошо. Мне бы огнемет. Было бы вообще шикарно. Но пока такой роскоши мне походу не видать. Ладно, спускаемся дальше. Теперь, надеюсь, мы попадем туда, куда надо. Да. Идет загрузка, а значит мы и дошли. О, Господи. Господи. Не может быть. Этого не может быть. Только не говорите мне, что я вижу то, что я вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, за огнемет, конечно, спасибо. Вот я его и получил, собственно. Отлично. О, яйца открыты. Рикардо, они все здесь. Кто? Все пропавшие. Вообще все. Тут что-то вроде гнезда. Яйца этой твари. Тут инкубатор. Черт. Уходи оттуда. Скорее. Цель обновлена. Уничтожить гнездо. Надо подвести электричество отсюда к платформе. Отлично. То есть вместо того, чтобы все-таки линять... Мы отправляемся внутрь. Супер. Так, ох, сохранение. Давайте быстренько к нему подбежим. И сохранимся. Так, все яйца открытые. Закрытых нет. Отлично. Так, ребятки, я думаю, вы уже все поняли, что если это гнездо, то где-то должна быть и... мамаша. Так что легкой жизни тут ждать не надо. Тут все плохо. Так, и где же мне нужно перезагрузить ядро альфа? Так, ну идти недалеко, собственно. Тут все закрыто. Ну ладно. Берем то, что берется, и отправляемся. Но мне это нужнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же все плохо. Эти твари не глупые. Нашли место, где обжиться. Радуется не очень тихо. Так, надеюсь, вслед за ним не прибежит большой. Нет. Старший братик не прибежал. Так, взять хлам. Не берется. Включить интерфейс кабеля. Так, давайте пока мы тут все позабираем. Тихо. Не пугай меня. Так, что у нас тут? Ничего не берется.
Хорошо, что мы можем создать? Это не можем. Это не можем. А все остальное у нас пока есть. Хорошо. Перезагружаем. На что мне еще нажать-то надо? А. Как скажете? Ядро бета. И где же это ядро бета? Далековато отсюда. И как же мне к нему попасть? Отлично. Пока все тихо. С такой армией мне не справиться. Так, давайте до сохранения добежим. Коли у нас получится это сделать. Рикардо, связь пропадает. Плохо дело. Пока никого рядом нет. Все, супер. Так, куда нам дальше? Хорошо, я понял. Дверь открыта. Теперь дверь закрыта. Посмотреть. Нет места. Ну ладно. Нет, так нет. Так, закрытое яйцо. Так, вопрос. Зачем я сюда пришел? А, понял. Опять вентиляция. Где вентиляция? Так. Отлично. Сбежал. Я жив. Супер. Тут мерзко. Ё-моё. Так, что у нас тут?
Тут у нас опять-таки ничего полезного нет, к сожалению. Но у нас так всего в достатке. Пока ни в чем не нуждаюсь. Все отличненько. Отправляемся к ядру Бета. Экономнее, потому что, ну, вы поняли, потому что иначе все будет плохо. Хорошо, будем думать, что он здесь один. Так, а вот мы и дошли туда, куда надо. Так, ну, я извиняюсь. Я думал, он спереди прибежит. Ну, ладно. С кем не бывает. Хорошо. Правда, видно, что придется сейчас заново топать, но... Мы знаем, куда надо топать, и это уже плюс. Так-с. Можно не беспокоиться. Так, идем сюда. Не будем вперед идти. Сейчас прибегу, да? Так, тихо. Пошел отсюда. Залезай обратно в вентиляцию. Нет, уйди. А вот же доставучий, а. Бегом сохраняемся. Отлично.
Приступаем. Приступаем к перезагрузке. Энергии, дать энергию центральному ядру. Да вы гоните. Обалдеть. И где мне ее найти? Вообще отлично. Вот это подстава. Живы, и это плюс. Но нам скоро хана, это минус. Взрыватель, это хорошо. Это очень хорошо. Так, а вот ты и дошел туда, куда надо. Отличненько. Что можем создать? Ничего. Вот это надо. Это в будущем пригодится. Вот теперь забираем все. Раз. Два. Три. Так, где он? Скажите, что мне показалось. Да пофиг. Отлично. Сохранились, и мы живы. Теперь занимаемся делом. Рядом никого. Есть. Отлично. Охренеть. Надо выбираться. Вернуться к реактору. Нелегкая это будет задача. Так, в какую сторону надо правильно пилять? Угу. Мне пофиг на все. Так,
Сюда, 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 сюда. Так. Окей. Мы второй раз погибли, но тут я ни при чем. Так, отлично. Повторяем ту же операцию. Так, сняли защиту. Активация. Мне все пофиг. Мне все пофиг. Так. Теперь надо повернуть налево и бежать к лифту. Фух, два ядра запущено. Теперь посмотрим, ради чего мы все это делали. Я могу уничтожить гнездо. Слушай, может, на сегодня тебе хватит риска? Включу все ядра, перегружу их и включу продувку реактора. Тогда внутри все превратится в пепел. Я не пытаюсь тебя отговорить, просто не хочу, чтобы ты сама погибла. Все, спасибо, ребята. Теперь я понял. Вот что от нас хотят? Тут есть механизм аварийного сброса излишков энергии. В каждой башне есть блоки конденсаторов. Они эту энергию принимают. Если я их отсоединю, включу продувку системы, гнездо превратится в пепел. Я вообще не понял, что ты сказала. Короче, держись за что-нибудь. Отлично. Андроиды снова здесь. Как всегда, вовремя. Так. Тратить не буду. Болты. Это самое эффективное оружие для них. Thank you.
дальше? Перегрузить ядро Альфа. Хорошо. Куда мне? Правильно. Последнее значение. Есть. Ядро запущено на полную мощность. Так, теперь займемся этой. Куда дальше топать? Сюда? Сюда? Понял. Ой, ё. Баланс. Как же ненавижу это. Дать энергию к центральному ядру. Где находится это? Опять назад бежать? Да вы издеваетесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще никуда. Что теперь? Начать очистку с консоли реактора. Да ну что ж такое, дайте уже на фейерверк посмотреть. Так, я надеюсь, я правильно делаю, что лезу сюда. Так. Надо наверх забраться. Ну, хорошо. Раз надо, давайте забираться. Так, куда дальше? Подготовка к атомной реакции. Жду подтверждения с поста ДАВ. Всем андроидам и человеческому персоналу уйти из зоны риска. Да мы уже ушли. Из этой зоны риска. Сейчас будет фейерверк. Ну или не будет. Посмотрим. Так, где активировать? Так, чтобы начать очистку, используйте... Апдаун. Чё? Такс.
Рикардо, сейчас я спалю гнездо. Держись. Ну, ребята, вы готовы? 3, 2, 1. Продувай. Отлично. Поджарили мы им хвостики. Множество биологических организмов в разных областях станции. Отмечены перебои с подачей энергии. На станции еще остались твари. Черт. Прости, Рикардо. Ты только возвращайся скорее в штаб, ладно? Пожалуйста. Да, без проблем. Я и сам хочу уже наконец-таки свалить отсюда. Все, валим. Но теперь самое главное знать, что чужие снова могут прийти к нам. И уже не один. Погоди-ка, Рипли, тут что-то странное. Да? Беги в госпиталь, скорее! После того, что ты сделала с реактором, все системы на станции начали перезагружаться. Освещение, транзитная линия, возможно, даже связь. Короче, это наш шанс. Беги быстро! Времени у нас мало, я спускаюсь с Сиксом Телеком. Отлично, попасть в госпиталь. Опять в госпиталь. Попасть на транзитную станцию транзита. Угу. Так, ну а что, тут выход есть или как? Так, огнемет. Только огнемет нам поможет. Так, попасть на транзитную станцию. Станция транзита. Ну я попал. Так, и где у нас госпиталь? Круто. Я не помню. Короче, вызываем все, что вызывается. Я не помню, где госпиталь. Тут заблокировано. Это активно еще. Так. Лоренс, Призе, Соломонс, Навигацион Тауэр. Так, а это что? Да. Не думай теперь куда. Так, тут подать энергию. Тут восстановить подачу энергии. А это активно. Ну ладно, допустим. Теперь мы это можем вагон вызвать. Вагон следует до жилой башни, Соломон. Так, до башни Соломон. До башни Соломон. Ага. Короче, ладно, ребятки, кто не рискует, отправляемся. Жилая башня Соломон. Так, а это у нас куда? А ну-ка. Давайте я все-таки проверю. Приносим глубочайшие извинения за перебои в работе транзита. Да, приезжай уже скорее. Ну, наконец-то. Вагон куда? Следует до технобашни. Технобашня. А это у нас что тогда? Как же я ненавижу ожидания.
хорошо, открывайся, давай. Куда ты поедешь? Вагон следует до научно-медицинской башни. О, то, что надо. То, что нам надо. Нам надо в госпиталь. А госпиталь, разумеется, находится там. Значит, едем туда. И надеюсь, что я не ошибся. Рикардо, я в госпитале. Ты добрался до центра связи? Да, но слишком поздно. Аполло успел очухаться и снова вырубил внешнюю связь. Ну вот. Так зачем ты меня сюда послал? Переходим к плану Б. Я видел на мониторах, что к станции подходит корабль. Думаю, это Анасидора. Наверное, Марло успел выслать коды автопилота. Когда связь ненадолго включилась. Надо на него попасть. Он причалил? Нет, но стоит рядом. Иди к шлюзу госпиталя, там челноки. Далеко на таких не улетишь, но до корабля дотянешь. Ясно. Отлично. Найти корабль скорую. Ну ладно. Но, ребята, знаете что? Это мы уж с вами будем делать в следующем выпуске. А на сегодня все. Всем пока-пока.